История академического хора Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ богата именами, событиями и традициями. Коллектив отметил свой 65-летний юбилей в 22-м году, соответственно, 67 лет коллектив уже. А с 99-го года художественным руководителем и дирижером является Елена Касьянова. В хоре поют не только студенты, выпускники и работники вуза, но и любители хорового искусства. Одна из отличительных особенностей хора ЛЭТИ – пение акапелла. Коллектив выступает в рамках региональных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. За последние годы был удостоен целого ряда высших наград на престижных российских и международных конкурсах в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, в Эстонии, Польше, Латвии. Также хор является участником разнообразных современных музыкальных проектов. В концертных программах хора звучат произведения духовной музыки, русской и зарубежной классики, народные песни, сочинения петербургских композиторов и современные аранжировки. Друзья мои, перед вами лучшие, ну, вот на мой взгляд, это лучший студенческий и хор студентов и выпускников в России. Приветствую! Елена Касьянова. Thank you.
дирижер Татьяна Ярлыкова. Thank you.
красивое выступление. Замечательный коллектив наш, любимый, лучший из лучших. Исполнит триптих Бориса Толочкова. Русский триптих.